Синди, можно мне вот тот пластырь, который в виде розовой конфетки? Да-да, конечно. Давай пальчик, я сейчас его заклею. Ай, больно. Немножечко потерпеть придется. Всем привет! Сегодня в нашем звездном детском садике Kindy Kids, твои веселые подружки. И в нашей группе сегодня Донатина и ее новый образ с новыми аксессуарами. А еще она умеет кивать, и в наборе целых два наряда: платье плюс костюм принцессы. Ого, это кто у нас тут? Принцесса Донатина и ее небольшая комнатка модницы. Посмотрите, сколько у нее аксессуаров, а сколько нарядов. А чтобы пойти сегодня в детский сад, посмотрите, какой роскошный наряд она выбрала. Она даже надела золотую корону. Пышное платье с вышивкой. Вот такие вот чудесные туфельки с розовыми бантиками. Даже на подошве изображена корона, что подтверждает то, что наша Донатина настоящая принцесса. У нее розовые блестящие длинные волосы с золотыми прядями внутри. Они так круто переливаются. Еще у нее два хвостика с бантиками. Глиттерные, огромные, светящиеся, блестящие глазки. А еще здесь внутри, по-моему, пончики. И она очень устойчива, если ее поставить. Привет, Донатина! А где же твои звездные подружки? Ой, а я не знаю! Они сегодня должны прийти в наш детский сад. Ты не могла бы узнать, где они? Может, с ними что-то случилось, а? Не волнуйся ты так. Ты же знаешь, что в новой коллекции появились новые куклы. И одна из них – это Синди Попс. Кукла – доктор. Она умеет кивать, держать леденец, и у нее даже есть настоящий стетоскоп. Так что с твоими подружками теперь будет всегда все в порядке. Вау, здорово! Настоящий доктор в нашем детском садике! Мы ее сейчас откроем и познакомимся. Привет, Синди Попс. Здравствуйте, я очень рада вас видеть сегодня. А вот и Синди Попс и ее комнатка доктора. Она очень хороший доктор, и если кто-то из подружек заболеет, она немедленно поспешит к ней на помощь. Да ладно, я думаю, что смех и радость – лучшее лекарство. Улыбайтесь, и тогда будет все у всех в порядке, и моя помощь никому не понадобится. Но если уж что-то случилось, обязательно звоните, я всех вылечу, а еще угощу очень вкусными леденцами. Точно, в коробочке Синди Попс есть леденец и стетоскоп, а еще разноцветные пластыри. Ой-ой-ой-ой, Синди Попс, мне кажется, я поранила пальчик. Где, покажи? Сейчас мы его заклеим. Где мои пластыри? Пройдемте ко мне в кабинет срочно. Давайте наденем стетоскоп, который вставляется ей в ушки и крепко держится. Она может теперь кого-нибудь послушать. А еще есть вот такой аксессуар, который мы наденем на голову. Он на резинке. Ну вот, смотрите, наша Синди Попс настоящий доктор. Синди, можно мне вот тот пластырь, который в виде розовой конфетки? Да-да, конечно. Давай пальчик, я сейчас его заклею. Ай, больно. Немножечко потерпеть придется. Ну вот и все. Спасибо, доктор. Давайте поближе посмотрим на нашу красавицу доктора. Посмотрите, какие у нее волосы. У нее два длинных хвостика зеленого, белого и розового цвета. Пряди переплетаются. А еще у нее огромные блестящие глаза с розовым глиттером. И в зрачках у нее два леденца. Она тоже очень устойчивая и умеет кивать головой. У нее платьишко доктора, розовая юбочка и вот такие вот туфельки с леденцами вместо бантиков. Набор пластырей и вот такой вот леденец со специальным отверстием, чтобы она смогла его держать в руке. Донатина, подожди, я забыла угостить тебя вкусной конфетой. Ой, спасибочки, просто обожаю нашего доктора. Вкуснятина. А кто же еще сегодня будет в группе нашего детского садика? Сейчас я вам все расскажу. Давайте поприветствуем куколку в совершенно новом образе. Привет, Маршмеллоу. Она тоже умеет кивать, и в наборе у нее целых два наряда. Платье и костюм зайчика.
Вот она, наша красавица. Маршмеллоу тоже модница-красавица. И у нее вот такая вот комнатка с аксессуарами и нарядами. В комплекте вот такое вот разноцветное платьишко. А сама она одета в костюм зайчика. Ей очень нравится быть зайчиком, ведь она самая милая, как зайчик, и обожает прыгать. Посмотрите, какие у нее ушки. Очень длинные волосы, заплетенные в два хвоста. Хвостик зайчика, пушистые бомбончики и тапочки-зайчики тоже с ушками. Большие блестящие глиттерные голубые-голубые глаза, а в зрачках маршмеллоу, которые она очень обожает. Вся одежда съемная, и куклу можно переодевать. Когда ей надоест быть зайчиком, можно одеть ей другой наряд. Привет! Я так давно тебя не видела, я даже соскучилась! Маршмеллоу, а в каком наряде ты сегодня придешь в наш детский сад? А то я уже запуталась в них. Привет! Сегодня я буду в костюме зайчика. А ты, я смотрю, сегодня прямо настоящая принцесса. Ага. Здорово, поиграем сегодня в нашем саду. Только это, по-моему, кого-то не хватает еще. Кто еще сегодня придет в нашу группу? Девочки абсолютно правы. Сегодня в детском садике появится новая героиня. Встречайте, Белла Боу. Настоящая модница. Она без ума от бантиков. Посмотрите, они у нее просто везде. На туфельках, на платьице, на голове. А еще она умеет кивать. У нее есть чашечка и волшебный чайник, который наливает чай по-настоящему. Давайте познакомимся. Привет, Белла Боу. У нее есть вот такая вот комнатка с игрушками, с полочками, с рамочкой для фотографий и с большим окошечком. А также вот такая вот чашечка для чая. И чайничек, который наливает чай по-настоящему. Она сама может держать чайничек и чашку в руках. А еще у нашей модницы самые длинные, самые блестящие волосы. Только посмотрите, какой они длины. Кроме передних длинных прядей, сзади волосы в хвостик заплетены. На голове большой розовый бантик с глазками. Глаза у куколки огромные, глиттерные, розовые, блестящие. А в зрачках бантики, которые она так обожает. Которые есть на платьишке и даже на туфельках. И даже не поверите, смотрите где. На подошве туфелек. Давайте угостим ее чаем. Ведь совсем скоро им уже пора будет в детский садик. Ну что ж, веселые подружки Kindy Kids в сборе и могут отправляться в свой звездный детский сад. А кем были бы вы, если бы ходили в звездный детский садик? Какая ты подружка Kindy Kids? Пишите в комментариях. Ну что, куколки, встретимся в мультсериале. Подождите, я еще чай не допила. Он слишком горячий. Ай, кажется, я язычок обожгла. О-оу, кажется, Белла Боу обожгла язык. Что же делать, как же мы отправим ее в детский сад? Тогда на помощь к нам придет чемодан доктора Kindy Kids из популярного мультсериала с аксессуарами. Он-то и поможет нам вылечить нашу Белла Боу. Очень хорошо, если бы этот чемоданчик доктора мне помог, а то язычок еще жжет. Не волнуйся, сейчас я тебе помогу. Давайте посмотрим, что же находится в этом чемоданчике доктора. Откроем его, а там нас ждет настоящий стетоскоп. С такой большой желтой звездочкой со смайликом. И вот такой вот трубочкой, которой можно послушать нашу куколку. Дышите, не дышите. Здесь все в порядке. Давайте посмотрим, что у нас есть еще. Чем бы мы могли помочь нашей куколке? Есть вот такие вот ножнички. Вот такой вот бинтик. Вот такой вот шпричик. Смотрите, как меняются смайлики. В детском садике, наверное, будут скоро делать прививки. А еще вот такой вот термометр, в котором тоже меняются картинки в зависимости, видно, от температуры. Также есть набор пластырей. Они не скучные белые, а веселые, разноцветные, со смайлами. Ну как дела? Что с твоим язычком? Прошел? Да, спасибо, что обезболивающего дала. Все уже в порядке. Ну что ж, Kindy Kids, теперь вы можете отправляться в свой звездный детский садик. А следить дальше за вашей судьбой можно в мультсериале. А вы, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Даринелка и смотрите новые
самой интересной серии. Пока-пока, подружки!